Он может часами сидеть перед костром и смотреть на огонь. Радостно играет свет, капризно и причудливо ложатся тени, чувствуется дыхание тепла. В душе просыпаются забытые мечты наших предков, возникают величавые образы, вспоминаются древние законы, вечные истины, будто все уходит в прошлое и теряется чувство времени. Чумбро хэра булшбана табэра Ханцралас гбитам швазара синджигчкуэн Янач павалля бэмач кунца Нибнац лажбара кварпна Пшзата кхадзата хна калит Анасабхама хара. А огонь все охотнее вступает в жизнь, расцветая в гостеприимном воздухе, длинными языками охватывает поленья и превращает их в вольное пламя. Вспышки и треск, искры и обвалы, угольное тление и дымные струи. Это вечное движение огня и рук мастера, так кропотливо постигающего тайны древнего ремесла. Так сидели у домашнего очага и предки Фуада Хаткова, задумчиво смотрели на огонь, размышляли о своей суровой жизни и ее опасностях. Огонь учил их свободе и единению, ведь там, где пламя домашнего очага, там личное пространство человека, его собственный дом, его неприкосновенность. И пока ты строишь свою идеальную жизнь в современном мире, кто-то живет жизнью настоящей, в их сердцах сила огня предков разгорается все сильнее. В их доме пахнет солнцем, сыромятной кожей, а за окном часто слышатся фырканье и топот лошадей. Древнее национальное ремесло шорничества, которым семья Хатковых владеют поколениями, неразрывно связано с этими удивительными животными. Мой дед... Прадеды все время со скотом, с лошадьми возились, и вот так и привык к ним. До службы с ними возились, пацаном был, лошадей обучал туда, и с армии женился, в город уехал. В город уехал, и... В Джигуту ездил, это кожи покупал на квартире, кнут делал, плетки делал, и старший брат, мой бедный старший брат, в горах со скотом был, старший скот. По субботу-воскресеньям приезжал и ему возил. Шорное ремесло считается забытым. Но не на Кавказе, где неугасающая страсть к лошадям возрождает и любовь к этому тонкому и трудоемкому делу. Этому мастерство здесь не обучают, а передают из поколения в поколение, по крови и по зову сердца. Всадник может быть одет очень просто, но у лошади должна быть полная амуниция, говорит Фуад, и умение изготавливать суконную упряжь вручную считается честью. Когда-то именно зов предков вернул его из города в родной аул, где он крепко обосновался, не прервав связь поколений, и уверенными шагами идет по следам отцов. Если знаешь, не такой уж сложно. Если не знаешь, секрет нельзя секретничать. Что делаешь, надо всем показывать, оставлять, и показывать, рассказывать, и... И передавать надо. Подрастающему поколению. Да, вот так. Я всем моим племянникам показываю. Всем делаю и кнуты, плетки делаю и всем дарю. Ни один за рубль никогда не продал один кнут. И просто лучше дарить, чем деньги взять. Современное седло представляет собой сложную и дорогую конструкцию. Оно влияет на движение лошади и посадку всадника. Плохо подогнанное седло может нанести лошади физический вред. Седло мастер делает только для своих лошадей, так как это самая трудоемкая часть из всего конного снаряжения. На его изготовление вручную уходит около полугода. Жизнь заставляет.
в горах, и там магазин нету, ничего нету, седло, это, брю называется, кость, поломался, иду, дерево срублю, потихонечку рублю, и до этого, да, вот таким выделываю. И обратно ставишь, и... А так, жизнь учит ко всему. Когда обучаю лошадь, его одеваю, сажусь и по огороду гоняю. На колени пока не становился. Успокоился, это он сильно садится, успокоился, потихонечку снимаю одну сторону. И 3-4 круга сделал, потом снимаю, ворота открыл и отпускаю в горы, туда уходит. Пока лошадь не устанет. Трехножку буду с него делать. На выезд, когда сыновья на седло привязывают. Обед или намаз, когда будут делать, лошадь путают. И чтобы красивый был. Парадный. Парадный это трехножка. Парадный. А то для обучения. А это парадный будет. Правильная выделка кожи – сложная процедура. Чаще всего используется шкура крупного и мелкого рогатого скота. Предметы обихода человека, изготовленные из такой кожи, получаются добротными и износостойкими, отличаются непревзойденным дизайном и самобытностью. Свежая кожа характеризуется чрезвычайно гибкостью. При ее высыхании это свойство утрачивается. Секреты ее дальнейшей обработки таятся в руках мастера. Это козлиная шкура. Я его режу на части и замачиваю, чтобы шерсть снять. С этой годовалой козлиная шкура. С этой козлиной шкуры раз, два, три, четыре штуки только, четыре плетки только получится с этой шкуры. На глаз, да? Нет, я руку положил, вот эта пятерка ложится, и я знаю уже, куда, да, куда ножница идет, я уже знаю, куда пойдет ножница. Бычью шкуру лучше резать, чем козлиную. Надо с козлиной сильно осторожно. А бычью режешь, шу-шу, и шерсти меньше, куда режешь, видно. Теперь я его замачиваю. Это сыворотка. Чуть-чуть теплая. Горячим нельзя. Чуть-чуть теплая. Пищевой уксус. Добавляю. Ложечку, чтобы когда шерсть снят, мягче становится. Это чуть-чуть отруби. Потом это сыворотка. Вот так, чтобы шерсть до этого дошел. И вот это тоже. Вот так замачиваю. Вот козлиную шкуру, чтобы до конца эта сыворотка пропитался, надо его переворачивать обратно. Соль добавляю для крепче, чтобы кожа крепче становился, соль чуть добавляю. Это соль разъедает кожу. Чуть-чуть надо положить. Если чуть больше сделаешь, соль съедает кожу. Чуть-чуть надо. Процесс вымачивания, заления кожи у мастера занимает больше недели.
В зависимости от вида и толщины кожи, он применяет старинные методы, которыми владели его предки. Время нахождения в растворе влияет на ее мягкость. Кожа поглощает воду, набухает, делается упругой. Вот начало. О! Тьма! Это чтоб амче делать, чтоб шить. Шью, амче делаю. Кнут, ну на нем кнут не получится. Амче только с него надо делать. Амче будет хороший с него, тонкий. Шерсть, кожа тонкая, красиво с него получится. Угу. Для старой яблони звук трения кожи привычный. Именно к ней прикреплено самодельное приспособление для снятия с кожи остатков шерсти и жира, а также для ее размягчения. Мастер одновременно вычищает, смягчает и вытягивает кожу бычка, которая в скором времени превратится в хомут. Чтобы его внутреннюю кожу, чтобы снять, второй раз одеваю его вот сюда. И так. До следующего раза точеным пускай стоит, а то если когда холод туда-сюда точить, туда-сюда готовый, подхожу и сразу тяну и в котельню забегаю. И там доделываю. Во времена, когда люди только начали приручать лошадь, требовали способы воздействия на нее. Приспособления, помогающие подчинить себе довольно крупное животное, прошли длительный путь усовершенствования. Самым простым предметом конского снаряжения является уздечка. Для управления конем человек использовал особенности строения челюсти животного. На беззубый край челюсти кладется трензель, состоящий из двух колец из металла и грызла. Грызло давит на губы и язык лошади, позволяя управлять ее головой, шеей, плечами, убыстрять или замедлять движение по желанию человека. Так строение узды обеспечивает контакт между наездником и лошадью. И эта уздечка будет особенной, как и все то, что создается вручную мастером. Эту уздечку делать меня научил Чуков Мурадин по кличке Шогой. Каждый в ауле в республике его знают. Самый сильный жокей в Москве скакал он. С нашими лошадьми аульские, инжечекунские, эльбурганский совхоз был. Наши лошади в Москве скакали. Он самый сильный жокей был. Он меня научил к этому ремеслу. Так уздечка папа здесь. Ура! Ура! Он меня научил. Вот так делаешь. Вот это чуть вытянул. Прямо лошадь лоб подходит. 4 петли. Это для... молодых я делаю эту уздечку, это здесь вот так. А чем отличается для молодых и... красотой. Для определения размера изделия и его симметрии мастер не делает никаких лишних движений. Прекрасно разбираясь в лошадях и в их анатомии, он практически никогда не ошибается. Уникальным является и то, что в его изделиях отсутствует шов. Мастер соединяет все детали посредством сложных петель, последовательность завязки которых порой необъяснимы. Нужно смотреть и чувствовать пальцами. Эту уздечку будет отличать кожаная пуговица, деталь,
которую мастер придумал сходу. Я сам сейчас вот эту уздечку первый раз, пока здесь в ауле ни у кого нету такой уздечки. Ну, есть, но такой ручной работы нету. Своеобразный подход, да? Ага. А как вы узнаете свои изделия? Отличается от других? Не отличается. Если моя рука сделала это все, хоть вот так по трону, буду знать. Я сам придумываю вот эту пуговицу и вот эту середину, я сам придумаю, придумал это дело петлями. Не пришиваю, все естественно и так. Вот пуговица пришил, и сейчас буду последнюю петлю делать. Если это буду шить, много дырок делается и быстро рвется. Непрочность слабо становится. Уздечка готов сейчас. Могу поймать лошадь, на лошадь сразу одеть его, и сесть, и в горы ускакать. В одних руках 5 инструментов здесь. Молоток, топор, гвоздодер, вот, я сам, моя 5-я рука. Вот эта лошадь, ни один двор нету, куда он не заходил, не окучивал. В ауле. И еще и до Эльбергана. Отпускаю домой, сам прибежит. Он скажет, что у него местная порода лошадей. И эта многозначительная улыбка заставит углубиться в особую философию, хорошо известную каждому абазину. Эдмунд Спенсер об отношении черкесов и абазин к лошадям писал так. Ни в одной стране мира с лошадью не обращаются лучше, чем здесь. Нет другого народа, который понимал бы лучше, как управлять ею. Великий секрет кажется в доброте. Ее никогда не бьют, следовательно, ее дух остается несломленным и привязанность к своему хозяину не ослаблена. Столь трепетное отношение к лошадям в совокупности с вековыми традициями коневодства послужили причиной выведения путем древней народной селекции своей уникальной породы лошадей – ляу, трам, джентимир, дарук, бибард, абук. Особенности своей трамовской породы лошадей Фуад Хатгов обозначит двумя короткими фразами. Ноги крепкие и никогда не подведет лошадь. Я расческу не ношу, смотрите. Лысый, ну раз, для лошадей расческу ношу. Специальная расческа – это расчесывать лошадь. Кнутом не бей, а всом бей лошадь, говорят. Армалунак шавасхан. Гургерабуз закшава. Армалунак нацара. Нашхияр, оповещение нацарасхан, нашхияр, а вы без лардыру запхала. Даже из простой фразы на одном из самых сложных языков в мире можно понять. Конь для абазина – не просто конь. Здесь все символично. Как седлать и даже с какой стороны спускаться с лошади. Так любой абазин без лишних слов узнавал, с какой вестью всадник прибыл к нему в дом. Если новость недобрая,
Нужно было сойти с лошади с правой стороны. Вот это передник. Я сам собственноручно делаю вот эти. И зад, и вот это полностью я сам делаю. Когда в горы поднимаешься, это седло зад не пускает. Назад не пускает седло. Поэтому и для украшения. Для Фуада Хаткова это была обычная прогулка на лошади, которую он совершает каждый день. В этом всаднике с гордой осанкой мы видели яркого представителя своего народа, хранителя традиций предков и продолжателя национального ремесла. Камча в его руках светилась золотой, времен связующей нитью. Технология изготовления камчи не меняется вот уже сотни лет. Делается она из кожи козы, которая была подготовлена мастером на наших глазах. В основании каждой камчи устанавливается стержень, скрученный из коровьей кожи. И уже сверху он оплетается тонкими лентами. Количество таких лент в одном изделии может быть разным – от 6 до 32, в зависимости от предпочтения мастера. Это занятие не любит спешки. Еще в старину по вечерам мужчины аула собирались вместе, беседовали и, не торопясь, плели камчи. Это было частью народной культуры. Вот я начинаю нагайку делать. Камча, уксус и сыворотка. Мягче становится и лучше садится, когда плетешь. К ремню привязываю и натягиваю. Вот. В одну руку 4 штуки беру, в одну руку тоже 4 штуки беру. И это змейка называется, как змея это. Плетен садится, как змея. Рукоять для камчи в старину изготавливали и из боярышника. И для народов Кавказа она имела не только функциональное, но и сакральное значение. Защищала коня от сглаза. В настоящем времени многим полюбились плетки с рукояткой из козьей ноги, которую мастер обрабатывает по специальной технологии. В соленую воду ложишь, месяц лежит. И потом в теплое, если жара, в теплое место ложишь. Хочешь чуть, вот как вот это красивее. Племянник мой, старшего брата, сын, посушил его. Надо было вот так чуть-чуть. А уже не понимаешь. Долговечное? Пока не украдут. На ваш немой вопрос, что делает карта Карачаево-Черкесии в мастерской шорника, мастер ответит, что сможет провести вас верхом в любую долину. Нет здесь и клочка земли, куда не ступала нога искусного наездника. Расскажет и о том, как дорожить дружбой, как, сидя вот так у огня после очередного похода, обсуждали всадники, чей конь был выносливей, а чей развернулся на полпути. Безберне сересла шарай, ой, гез кумыс, северный Кавказ, эй, вардавайтау. Все же огонь, движение вечное, он догорает, чтобы вновь вспыхнуть от маленькой, вовремя подброшенной щепки. Так и догоревший день мастера вновь вспыхнет пламенным рассветом, озаренным светом старинного ремесла. Этот процесс бесконечен. Время над ними невластно.